Состояние здания неудовлетворительное. Нами разработана проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу на капитальный ремонт этого здания. После разработки документации нами были направлены документация еще, кроме каркаша, за 5 объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Это в основном объекты образования. В министерство по тимчасово оккупованным территориям, то внутрипремещенным особам, для участия в конкурсе на финансирование этим министерством, в том числе и каркашазов, которые планируется направить детей, лиц, которые были перемещены, находятся в Одессе, из этого региона. Переселенцы, да. Я понимаю, там все-таки будет такой вот, ну, планируется оставить. Восстановить детский садик. Угу. То есть там будут дети переселенцев или там... В том числе и дети переселенцев.